Мальчишки – это особенный мир. Им все вокруг интересно. Им трудно усидеть на месте. Они хотят приключений и побед. Это особая категория детей, требующая определенного подхода. Так возникла идея создания программы, в которой мальчики могут получить новый опыт, научиться преодолевать трудности, чувствовать ответственность перед товарищами по общему делу. Идея массового хорового исполнительства в 20 веке привела к росту смешанных составов детских хоров и к возросшему интересу девочек к этому виду творчества. Хотя испокон веков хоровое пение традиционно складывалось как мужское искусство. С целью возрождения культурных традиций, национального достояния нашего народа и как альтернатива детскому хору в составе девочек и мальчиков, в 2007 году на базе Дворца детского и юношеского творчества Выборгского района Санкт-Петербурга была создана программа «Хор мальчиков». Почему именно хор? Хор – это доступный вид музыкального исполнительства. Это общение в коллективе. Хор – это улучшение здоровья. Это развитие памяти и речи. Это сохранение певческих традиций. Хор – это гармонизация личности. Это уверенность в собственных силах. Чтобы мальчикам хотелось и нравилось петь, программа учитывает их особенности, мужскую природу, интересы и, несомненно, использует социокультурное пространство. А наш замечательный город дает уникальную возможность выступать в прекрасных концертных залах, приобщаться к культурной жизни, посещая хоровые концерты, музыкальные музеи, участвуя в масштабных хоровых проектах. Все это воспитывает культуру юного петербуржца. Программа строится на особом мальчишеском репертуаре. Это произведения военно-патриотического, героического, спортивного содержания, способствующие формированию мужского духа. Это произведения, в которых могут использоваться элементы театрализации, активное движение хористов во время исполнения песен, а также произведения о Санкт-Петербурге, песни петербургских композиторов, прививающие мальчикам любовь к городу, к родному краю. Учитывая особенность современных мальчишек, их нацеленность на быстрое достижение результата, приоритетной формой занятий является репетиция. Так учащиеся быстрее получают опыт концертных выступлений и видят итог своей работы. Для того, чтобы хор запел, нужно, чтобы он чувствовал себя как единое целое, единым живым организмом. Поэтому в объединении ведется разноплановая воспитательная работа. Регулярно проводятся совместные творческие мероприятия, конкурсы, квесты, семейные концерты, выезды на пикник со спортивными командными играми, выезды в загородные детские лагеря. Мальчишки учатся слышать, чувствовать, понимать друг друга и дружить. Так формируется культура взаимодействия в коллективе, где родители становятся равноправными участниками. Нашей гордостью являются выпускники, продолжившие обучение в объединениях и учреждениях музыкальной направленности. Они приходят на репетиции, продолжают общаться с ребятами, у них есть общие интересы, поддержка друг друга, а значит, надежное мужское братство, имя которому – хор мальчиков. По прошествии времени теперь можно с уверенностью сказать, что программа «Хор мальчиков» позволяет ребятам с разным уровнем первоначальных музыкальных и певческих возможностей быть успешными, уверенными в себе, достигать высоких результатов, расти и творить в коллективе единомышленников, воспитанных в духе лучших петербургских традиций. Признание общественности, участие в масштабных городских проектах, постоянные победы в конкурсах, от районных до международных – яркое тому подтверждение.